90 қанша қан төгілді. Он қанша өтірік айтылды ол жерде. Қазір ашылды бәрі. Сол Горбачевтың жек тапсырма берген КГБ осыны әйде ұйымдастырған. Michael Gorbatschow. Ну, я считаю, что это правильное решение, потому что Горбачев не является частью этого преступного государства, которое сегодня установило вот эту автократическую, чуждую Горбачеву власть, развязала войну чуждую Горбачеву, потому что Горбачев, в общем, проявил себя как человек миролюбивый и человек, не использующий армию для достижения каких-то политических или личных целей. Умер человек, который именно своими человеческими качествами и позволил стране получить шанс на обретение свободы.